О, чей это велосипед, блин? Чей велик, пацаны? Это мой, блядь! И сегодня мы сделаем обзор этого дёрт-парка! Поехали! Короче, этот дёрт очень древний. Здесь копали еще мои деды. Они летали, летали и копали. Но это все равно дёрт такой, знаешь, средний. Ну, начнем с первого. Это называется разгонка. Я тут еще на контринике гонял. Вот. Так вот. Ты встаешь такой тут. Опа. И он мягенький, знаешь, тут любой школьник на камень съедет. И поехал. Ебать, потеря. Смотри, соблюдай чистоту. Сейчас бы переебался. Я мимо проходил, я дальше. Вот, смотрите, тут, короче, быдло жарит шашлыки. Мы жарим там, да? Мы тут сидим иногда, смотрим, как другие профаки катаются. Брэндон Семенюк, Мэтт Макдафф, Сэм Рейнольдс. Ну и мы, вот. А где березы, ребят? В какой стране идти? А туда ехать, короче, понимаешь? Я понял, спасибо. Пока. Вот, смотри, иди сюда. Здесь есть две темы. Ну, типа степдаун, это я не знаю, как назвать. А это яма. С нее хорошо делать бэкфлип. Ну, давай что-нибудь другое покажу. Не умею бэкфлип. Опа! Вот такой вот барспин сделал. Но здесь делать неудобно. Давай сделаем из ямы трюк. Вот. Такой вот дёрт у нас тут. Пацаны катаются. Вот рыжий, Хохляндия и парковый Лео Борисов. Такой. Акатигр, езжай. Лошара. Я сделаю сразу. Но у меня защиты нет. Пару слов. Камера. Начнем дальше осмотр нашего парка. Это так называемый спайн. Ну, он такой, мягенький. Его убила багги. Я помню, была тут багги, она все разнесла. Да, тут всякие мотороллеры, шмакороллеры прыгают такие, ебать, мы крутые. Вот. Пойдем дальше. Смотрите, это, короче, ну, типа, слоупстайл. Такой с бревен, знаешь, Семенюк здесь флип-бар делал спокойно, вот там вкатывает так. Хопа, ну он, знаешь, колесом задним вот за корягу зацепился и перевернулся, больше не катается. А мы-то катаемся, вот. У вас и прайдер есть. Вот, пойдем дальше. Короче, вот там вот первый там трамплин, второй там, знаете, там выбираешь, короче, или из ямы, или что куда. И такой прыгаешь вот эту шнягу. Типа прыгнул такой, вкатил и на воурайд полетел такой, по стенке. Идешь такой, такой, вот так. Главное в дерево не врезаться, как многие новички так делают. Вот. Это так называемый наш памп-трек такой, на заднем колесе проезжаешь его. Вот. Ну, тут можно улететь, конечно, но ничего, нормально. Вот, у меня тут даже шрам есть, короче. Я тут упал, мы паровозиком гоняли. Вот. Это такой тоже памп-трек, продолжение. Ну и тут, конечно, каждый выбирает. Либо прыгать, либо на заднем такой качаться. Вот. Пойдем дальше. Короче, если ты уже прикатал маленькую линию, такой, ну не знаешь, что делать, ты едешь на большие горбы. Это просто самое крутое, что здесь есть. Ты такой разгоняешься, вкручиваешь до хрена. И вылетаешь вот отсюда. Ну, можно с бэкфлипом, с флетспином. Что ты любишь? Вот, смотрите.
Йоу! А вот он новичок еще. Смотри. Ебать, ты крутой. Ну, ты такой вкатил уже, такой, йоу, я прорайдер. Такой едешь, тут так, как бы тоже такое раздвоение сюжетов. Типа ты на стол прыгаешь или прыгаешь. Ну, это, наверное, не знаю, такой... Как эту фигуру-то назвать? Ну, наверное, это степ-ап с пролетом. Вот. Вкатил. Ну и все, и конец трассы. Там сиська в конце. Конец трассы. Там покемон еще. Сиська. Ну, там ехать уже бесполезно, потому что, ну, там никто не едет. Серега домой, едут такие там. Фу-фу-фу. Пойдем, покажу последнюю фигуру. И все. Вот. Ну, такой тут едешь, едешь, едешь. Вот там сиська, побежали. Вот, вот она. Ну, знаете, тут что-то плохо ей стало. Тут ее что-то разломали всю, ну, крапива растет. Ну, вот такой это у нас Йорк-парк на Шарташе. Всех ждем, Ляпома сосет. Come see, 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 come see